перец Bagamium goat pepper. Он еще называется багамский козий перец. Необычное растение с необычной формой. Это вот такие вот оранжевые красивые плоды. Чем-то напоминает скорпиона. Это больше подходит к разновидностям скотч-бонета. Острота этого перца от 300 до 500 тысяч сковелей. 500 000. Срок созревания этого перца 100 дней. Высота кустика может достигать до 1,20 м, если вы будете выращивать его, к примеру, в теплицах. У меня растет он в открытом грунте, высота его где-то 45 см, ну, около 50 сантиметров. Очень миниатюрный, компактный кустик. Да не, под сеточкой растут. А такие вот плоды у него интересные. Вот он как вот начинает созревать. Вот. С верхней части он становится оранжевый. Потом становится зеленым, зеленым, зеленым. Вот. Видите, какой он интересный. Острота очень острый. 500 000 сковелей. Недобросовестные продавцы продают его как Тринидад Моругу Скорпиона. Вон, видите, у него есть даже хвостик. Если посмотреться, вот он. Сейчас я сниму его. Так что вы довольно сложно его отличить. Ух ты! О, прилипает. Вот, смотрите. А вот его хвостик. О. Да, довольно сложно его. Короче, видно, да? Вот он. Он чуть-чуть загнулся. Вы никогда в жизни не отличите его от скорпиона. Он такой же весь пупырчатый, если посмотреть сблизи. Так что смотрите внимательно, чтобы вас не обманули. Не продали вам козий перец, как Тринидад Моругу Скорпиона. Вот такой вот оранжевый, очень красивый. Мне очень нравится этот сорт. Просто бесподобный. У него насыщенный фруктовый вкус. Это высокоурожайные сорта. Их можно выращивать как дома, на подоконнике. Так можно выращивать и в открытом грунте. Видите, сентябрь месяц, вот он начинает плодоносить. Ну, плоды у него завязываются постепенно. Сначала один, самый нижний вот этот вот, что созрел. Теперь вот второй завязался, он будет созревать. Потом следующий, следующий, следующий. И так полностью весь кустик. Вот такие вот, видите, смотрите, сколько плодов здесь. Очень-очень много на нем плодов. Вот, вот видите, вот, вот он еще один, сейчас я сниму и покажу вам еще один плодик. А, да, тут надо секаторами ходить, так его просто не выломаешь. Вот, смотрите. Чем не Тринидад Моруга Скорпиона раньше? Так что будьте очень внимательны, чтобы вас не обманули. Очень высокоурожайный. Советую всем выращивать у себя дома. 500 000 это очень много. Я уже говорил, срок созревания у него 100 дней. Вот смотрите. Его еще называют козий перец Карибского моря. Очень красивый. Так что выращивайте. И больших вам урожаев. Всем пока!